понедельник в Самарской области переменная облачность, пройдет дождь. Днем 1-3 с плюсом, ночью минус 1-минус 3 градуса. Северный ветер 3-5, усиление до 10 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, днем плюс 3, ночью минус 3 градуса. Северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 3, ночью 1 с минусом. Северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре переменная облачность. Днем плюс 3, ночью минус 1. Северный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 44%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.